Здрасте, здрасте. Нашел вот такое вот пиво, точнее пивной напиток. Эль Капулька называется. Ну, у нас в городе лично в магазине Победа. Ой, точнее не Победа, а магазин Находка. Находка. Вот. Магазин складского типа. С типа того дешевыми ценами. Вообще первый раз такое вижу, конечно. А, тут 400 миллиграмм. Estilo Mexicano. Ну, это в мексиканском стиле, как вот корона. Пивной напиток еще бывает корона. Вот. Ну, если кто знает и кто пил. Сразу могу сказать, похоже чем-то на корону. Вот, чем-то. Но корона чуть поинтереснее. Стоит данная бутылка 50 рублей. Полтинник. Маленько засниму что-нибудь. Не хочу так особо снимать. Нет настроя. Значит, вода питьевая, соль, пивоварный ячменный. Тут вода питьевая, соль, пивоварный ячменный. И идет либо рис, либо кукуруза. Ну, в данном случае кукуруза в данной версии. И это пивной напиток, а не пиво. Он очень легкий, могу сказать. 4,5 градуса здесь. Вот, 4,5 алкоголя. Пьется очень легко вообще. Я до этого еще пару часов назад выпил хамовники пильзенское. То есть оно, конечно, хмелем насыщено. После хамовников пильзенского это пьется вообще намного мягче и легче. Как-то даже приятнее для меня вот сейчас лично. Особенно в жару. Отличается данное пиво, да в принципе как и корона пива, тем среди стандартного какого-либо, ну то примерно магазинного пива там в районе 50-60 рублей, тем, что оно не насыщено слишком хмелем, оно не горчит, оно не кислит, оно травой не отдает, противным мерзким каким-то вкусами не отдает. Даже вкусом пива самого оно особо не отдает. То есть вот такие вот здесь темы. Просто легкий пивной напиток. Здесь больше солодовость чувствуется, и то она очень легкая. Просто пропузырилась, проглотил, как говорится, и, блядь, все. Как бы ничего после вкуса особо ярких нет каких-то или выпирающих. Бля, мне понравилось, приятно. Не напрягающий вообще пьется абсолютно. Эль Капулька. Вот этот, в принципе, могу посоветовать, если что. А уже кто что пьет, это уже решать каждому. Не знаю, мне зашло лично. Все, пока.